2005 рік. У Миколаєві на міському некрополі, який був занедбаним понад три десятиліття, волонтери провели перший суботник. Відтоді суботники стали невід'ємною частиною життя одного з найдавніших цвинтарів півдня України. Іноді Господь посилає такі зустрічі, вони бувають внезапні, але коли-то отець Никон, насельник Оптинської пустині, сказав чудесні слова. Нам тільки кажеться, що це все случайно. А Господь так все розподіляє, що ці зустрічі вони теж бувають уже, як говориться, заплановані на небесах. В кінці 90-х років я усилено ходила к журналістам, я взагалі всім розказувала, як у нас плохо все на кладбищі, які там лежать люди, які замечательні пам'ятники, як вони плохо відносяться, і як воно все ужасно совершенно. І я, мабуть, так надоїла нашим журналістам, що редакція «Вечернього Николаєва» замечательна, я їм буду благодарна завжди до землі, тому що більше, ніж вони мені, от іменно з газетчиків, ніхто не допомог. Вони, да що ж там таке у тебе, да що в самом деле, ну пойдемо глянемо, що вона там розказує, да неужели таке може бути? 4 адмирала лежат, писатели, поэты, художники, медицинская элита, Крымская война, репрессированные. И вот есть знаменитая фотография, 27 октября 2004 год. Надо смотреть на лица этих людей. Вечерний Николаев почти в полном составе, Ирина Александровна Гудым. Тоже, как говорится, она уже понимала, что скоро там у нас книжка должна была выйти по военному духовенству. И вот это такая компания отправилась на прогулку. Я всегда говорю, смотрите на лица этих людей. То есть одновременно, во-первых, ужас от того, что увидели, восторг от того, что увидели, потому что имена, и недоверие, а главное, непонимание, как это может быть. Как такие мраморные ангелы и в полтора метра мусор. Того дня біля храму Всіх Святих до Тетяни Губської підійшов незнайомий чоловік і з недовірою запитав, якщо справді на некрополі поховано чимало видатних особистостей, то чому про це майже ніхто не знає і чи є дослідження науковців на цю тему? І я ж самому лекцію прочитала краткою на кладбищі, причому зі злостю прочитала. Так это ж нехорошо. Я говорю, да понятно, что нехорошо. И мы ушли. И на следующий день, стало бы 28 октября 2004 года, звонок. Тогда мы еще в старом здании музея были. Татьяна Николаевна, я голос сразу услышала, узнала. Татьяна Николаевна, мы с вами вчера на кладбище виделись. Я говорю, да, я помню, так думаю, сейчас начнет там вопросы. Меня зовут Михаил Иванович Кондратьев, я директор торгового дома «Николаев», занимаемся стройками. Я всю ночь уснуть не мог, что вы рассказали. Вот я вот это, а где-то прочитать можно? Я говорю, это нигде особенно. Ну вот будет книга, будет, а так. Вот так он говорит, ну вы приходите ко мне, я тут на улице Лягина, у пересечения с, я по-старому католической, адмирала Макарова. Вот там зайдете, вот там моя сотрудница, вот я там подойду. Я думаю, ой, очередной раз сейчас начнут обещать, говорить. Ну, все-таки пошла я. И вот 29 октября мы в первый раз с Михаилом Ивановичем увиделись. Мы стали разговаривать. Татьяна Николаевна, ну давайте подумаем, а чем можно помочь? А вот если я бригаду людей дам? Бригаду людей дадут, для меня это такое счастье. Думаю, нет, а наверное так. Ну, один разочек уберу там. Это уже бывало. И за то спасибо. И вот с этого времени начались эти крупномасштабные, ни с чем не сравнимые совершенно субботники. Щодня на некрополі працювали кілька сотень осіб, які прибирали чужі могили. Завдяки старанням волонтерів було відкрито тисячі імен, незаслужено викинутих із нашої пам'яті. Чоловік, вміючий руководити, лідер, от дійсно така. Харизматичный лидер, человек, который мог поднять, и главное не просто сказать рабочим, завтра едем убирать. Они ведь на первом субботнике сами экскурсию попросили, расскажите. Михаил Иванович говорил, да правда, вот он сказал тут так, так. Первая моя экскурсия была именно для рабочих торгового дома «Николаев». У ритуальной конторы Михаил Иванович попросил там на несколько часов комнатенку, тоже заваленную мусором, там прогрызанные двери, грязную. Говорит, можно мы тут потом людей покормим, они будут целый день работать. И вот этот первый наша трапеза, как я называю, такая вот после субботника, вот сошлись все и как-то все молчали от того, что увидели. Какие в тот день находки были сделаны, этот первый же день, первый субботник. Потом пошло-поехало до 2015 года. Михаил Иванович, уже будучи больным, организовывал, собирал, поднимал. Ці зусилля були спрямовані й на те, щоб Миколаївський некрополь отримав статус об'єкта, що перебуває під охороною держави. Якщо вдруг ми доживемо до заповідника, я, звісно, хвилююсь дуже сильно, вже пройшло 26 років, як я вперше вступила туди, як музейщик, на це кладбище. Але все-таки надіжда, як кажуть, вмирає останній. Хотілося б цю надіжду пережити хоча б на одну минутку і побачити заповідник.
я обязательно сделаю там памятную стелу в честь Кондратьева. Помогали многие, но так как он... А деньги были какие вложены, инструменты, бензин, это же надо было все привозить, всех увозить. Эти звонки, Галина Ивановна Великая, его помощница, секретарь, до сегодняшнего дня, теперь когда видимся, так прячем друг от друга слезы. И та, она говорит: ой, Танечка, а ты помнишь, как вот вы тогда счастливые пришли такие, там еще одного ангела нашли. А помнишь, как Михаил, вот теперь только помнишь. Вот такое время жизни приходит, когда начинаешь о добрых людях и помощниках говорить, к сожалению, в прошедшем времени. Верить не хочется, но с этим надо смириться. У той же период у багатьох районах нашої області розпочали відбудовувати зруйновані в епоху атеїзму храми, встановлювати поклінні хрести. І коли вже з Михайлом Івановичем перезнакомились хорошо, он же стал о церквях сразу потом думать. Кладбище, потом церкви. Татьяна, вот есть у нас церковь в честь святого Михаила, моего святого. Я ему расписочек. Вот. Новобузький район, село Пелагеївка. Там, де звиви на річки Інгул утворює нерукотворний хрест, у 1904 році освятили храм на честь архістратига Михаїла. Гірка доля не оминула святиню в часи безбожництва. Церкву пограбували, цінності знищили. Від величного храму залишилися руїни. У 1994 році, згідно з рішенням Святійшого Синоду, тут було створено жіночий монастир. Через кілька років до Свято-Михайлівського монастиря вперше приїхав громадський діяч, благодійник Михайло Кондратьєв. Відтоді тут постійно тривали реставраційні роботи унікальної пам'ятки архітектури. Одна із наших ніколаївських фірм, к сожалению, фінансові труднощі не дозволили їй працювати далі, работала над проектом Николаева истории в улицах и лицах нашего города. И вот там я дала для этой программы статью о Пелагеевском монастыре, а точнее тогда Пелагеевская церковь. Неожиданно статья, появившаяся в интернете, вызвала огромные отклики в Санкт-Петербурге. Оказалось, потомки знаменитых Дурилиных никогда даже не подозревали, что у нас в Новобухском районе сохранилась церковь их близких, их родных, их прабабушек, прадедушек. А сама Пелагея – это была их прабабушкой. Они тут же дозвонились к нам. И тут же дозвонились к Михаилу Ивановичу Кондратьеву. Он тут же сразу же встал на дороге как помощник. Первое наше знакомство, мы поехали с ним в Пелагеевский монастырь, когда он был еще в запустении. Он еще был полуразрушен. Это было... начало 2000-х годов, дороги не было, но красота, потрясающее место, удивительнейшая матушка Серафима, еще молоденькая монахиня, которая взяла на себя труд возглавить эту обитель, покорила все наши сердца. А Михаил Иванович Кондратьев раскрылся там во всей своей полноте души, потому что так как он мог сопереживать делом, люди могут посопереживать. Ну, пожалел, ну, посочувствовал. Но чтобы потом приложить усилия и из этого сделать дело, было, ну, на моем веку мало таких людей, которые именно таким образом поступали. Его день начинался со звонков по предприятиям. Он сначала привозил руководителей предприятий в этот монастырь, а потом на следующей неделе он звонил: «А что вы сегодня сделали для монастыря?» И такой вопрос заставал людей врасплох, и они старались думать и предварять этот звонок и этот вопрос. И потому что вот это сочувствие, сопереживание и действие подталкивало других людей, ну, быть с ним на уровне. Спорудили огорожу та святі ворота, добудували келійний корпус, трапезну, будинок для священника. Освятили зимовий храм Благовіщення Божої Матері. Свято-Михайлівський монастир став духовною і культурною окрасою краю. Таких, як він, більше немає. Этот человек очень был знаковый для области, для Николаева и вообще для Украины, потому что такие люди удивительнейшим образом в себе вплетают желания и возможности. Вот он захотел объединить что-то вокруг какой-то идеи, он находил идею
И он искал к этой идее соучастников, кто будет с ним соратником. И вот ему это удавалось. Новоодеський район, село Себене. Перший храм тут спорудили козаки понад 200 років тому. В епоху атеїзму церкву перетворили на клуб, складське приміщення, спортзал. Пізніше від занедбаної будівлі залишилися лише стіни. Період відродження храму розпочався на початку 2000-х років. Було піднято от, купола, все встановили, всередині повністю все зробили, тому що не було нічого, ні криші, не було нічого. І от це благодаря Михайлу Івановичу Кондратьєву, який він саму більшу лепту сюди вніс. 21 листопада 2009 рік. У храмі архістратига Михаїла після довгих десятиліть знову зазвучала молитва. У Золотому фонді телеканалу «Миколаїв» зберегли інтерв'ю з громадським діячем Михайлом Кондратьєвим. Ми тут з 2008 року почали допомагати. Так потихоньку не думали, що у нас так подвинуться діла. Вот. Думали накрыть крышу, а потом уже и купол поставили, и второй купол, а потом уже и кресты поставили, а потом уже и отделочные работы. И как-то оно само за собой все так складно получается. Здесь не только как бы мы оказываем помощь, оказывают помощь и местные фермеры, и селяне, и, в общем-то, и другие люди, которые там приходят сюда, из города Николаева приходят, кто икону, кто плащаницу подарил, кто стройматериалы, кто цемент, кто железо. Ну, в общем, как бы мы так, в общем, с общими силами, общими усилиями, вот в таком виде сейчас храм есть. Когда мы пришли, не было крыши, не было ни куполов, конечно, ни крестов, ничего, ни окон, ни дверей. Вот, а сейчас уже как бы в храме почти можно проводить службы. Сегодня как раз вот торжественный день, 110 лет со дня освящения этой церкви, в день великого праздника архистратига Михаила. Сегодня уже служба будет проводиться здесь, в этом храме. И я очень рад. Я думаю, что на следующий праздник здесь, в этом храме, еще будет лучше. И уже даже будут в некоторой части расписаны стены. За вагомий внесок у розвиток духовного життя на Миколаївщині саме в цьому храмі Михайла Кондратьєва нагородили орденом святого рівноапостольного князя Володимира. Не тільки наш храм він встановив, ну, багато. І от тут також через Степиве село Воронцівка, там також він вніс туди свою лепту. Багато він займався, навіть і не в Матіясові був. Теж там возродив храм. Березанський район, село Матіясове. Тут відродили єдиний на півдні України храм, де на старовинних фрагментах розписів зображено сцену хрещення Київської Русі. У ликах людей легко впізнати українських козаків. На протязі багатьох років дуже велике було бажання мешканців цієї громади, села Матіясова, щоб цей храм все-таки відродився. Ну, все-таки якось не вийшло, але слава Богу, що наші молитви всієї громади дійшли до Боженьки, і він все-таки послав нам людей, помічників з Миколаєва, які допомогли нам все-таки зробити цей перший крок у відродженні цього Божого храму. Неодноразово ми весь час складаємо подяку Богові за меценатів, тому що, по правді кажу, без них не відбулося б відродження цього храму. Все-таки Михайло Іванович Кондратьєв із помічником Медведь Володимир Вікторовичем все-таки посильний вклад вклали у відродження цього Божого храму. Та всього кілька років тому мало хто повірив, що цей старовинний храм вдасться так швидко відбудувати. У 2006 году, я помню, что это была осень уже глубокая, и у меня вот в памяти осталась эта картинка, когда стоят одни стены, нет ни потолка, нет окон, нет дверей, нет пола. И я поднялась по ступенькам, зашла вот как бы в этот в центр, потому что храм, все равно это был храм. И остались в памяти у меня голуби в больших количествах, которые сидели на стенах, на верхушках стен, сидели на полу, бродили. И такое вот чувство горечи и боли за то, что вот осталось от этого храма. Но вот прошло 10 лет, и мы совершенно видим другую картину.
28 липня 2016 рік. Михайло Кондратєв за традицією привіз із Миколаєва в Матіясове на урочисте богослужіння в день святого рівноапостольного князя Володимира краєзнавців, науковців, журналістів. В інтернеті побачив, що зареєстрирован женський монастир. Я думаю, де ж цей монастир? Треба поїхати посмотреть. А у нас вже тоді Пелагіївка була, як би ми знали там женський монастир. Приїхав, от церковь розвалена, ні криші, ні окон, ні дверей. Заходи, виходи, ворони з одної сторони, голуби з другої сторони, поли сорвані. Вот. Ну і потім як-то возникла мисль, ну може хоча б кришу накрити для того, щоб ну, как не розрушали стіни, може потім якісь там ворота зробити, або двері зробити якісь примітивні. І так ми познайомились з громадою цього села. Оказалось, дуже приємні і хороші люди. Вони теж давно хотіли, щоб хтось їм підказав. Ну і так ми потихоньку почали робити. Думали, ну хоча б кришу зробимо і двері, і то буде добре. А так вийшло з Божою допомогою, з допомогою громади цього села. Кира Петровна, Людмила Леонтьевна, вот, і тут такі молодці, хороші жінки. Ми давали гроші на матеріали, а вони збирали гроші на те, щоб ці матеріали примінити сюди в діло. Ну, хто пісок привез, тоді вже як підключились і інші, тут і фермери почали підключатися, і городські ребята підключились, от Володимир Чайка, мер міста був, царство небесне, вот, і Володимир Медведь активно включився допомагати, це ж церква Святого Владимира. Поэтому Владимиры достойно себя повели, и получилось хорошее, хорошее вот дело. Теперь мы каждый год сюда приезжаем на День Святого Владимира, и у нас душа радуется тому, что у нас это получилось. Мы даже сейчас не верится, что это мы, что нам удалось это сделать. И приятно даже вот и люди, красиво одетые, и ну, как бы, знаете, как говорится, с этим можно жить. Вознесенський район, Трикрати. У 1986 році тут підірвали храм архістратига Михаїла. Цю величну сакральну споруду майже 200 років тому збудував батько основоположника степового лісорозведення Віктора Скаржинського. Дізнавшись про це, на руїнах святині Михайло Кондратєв встановив пам'ятний знак. Усього за два роки було видано три солідні книги про Віктора Скаржинського, який першим довів, що ліс можна виростити в посушливому степу. Місце, де была могила Скоржинского, изуродована, забросана камнями, мусором. Церковь, которая стояла там, древнейшая старинная церковь, казачья церковь, слободы, казацкой слободы, Трикрати, уничтожена. Взорваны могилы 37 священников и некой графини Козубовской. Возмущения? Да, пожалуй, нет. Отчаяние. Что же можно здесь сделать, как вернуть эту память и вернуть людей к памяти? И вот тут первый оказался Михаил Иванович Кондратьев, потому что он начал поднимать школьников, краеведов, местных учителей. Також у Трикратах встановили два пам'ятних знаки та бюст видатному лісоводу. Окрім того, вдалося реконструювати могилу Віктора Скаржинського. Неожиданно, каким-то чудом, а там много было мистически чудесного, загадочного, таинственного в этом поиске, да и в написании моей книжки могу вам десятки историй рассказать. И вдруг неожиданно на одном из чердаков, старых чердаков старого дома, был обнаружен рисунок могилы Скоржинского и памятника над ним. За две недели до утверждения окончательного проекта Михаилу Ивановичу Кондратьеву удалось взять этот памятник за основу. Старинный памятник, нарисованный неизвестным местным художником в 1940 году. Вот таким образом появилось место, і над могилою ми вже могли говорити о пам'ятнике. Відродження пам'яті незаслужено забутих імен видатних діячів минулого, відбудова та реставрація архітектурних пам'яток стали справою життя Михайла Кондратєва. Найважчий на цьому шляху перший крок він завжди робив разом із науковцями обласного краєзнавчого музею. Познакомились мы совершенно случайно в поездке в село Катериновку, бывшую колонию Катерининталь, где Михаил Иванович вез нас просто вот на празднование 190-летний юбилей Катериновки. И тогда меня поразил Михаил Иванович тем, что он очень
очень ответственно относился к своим обязанностям, не только как водителя, но он, когда представляли делегацию нашу, он был очень взволнован и говорил нам: вы представляете, вот для села приехали известные краеведы, сотрудники музея, как это престижно. Потом, через несколько дней после поездки, он позвонил и говорит: а скажи, пожалуйста, фамилию руководителя, я вот сделал фотографии, я хочу эти фотографии отправить. И меня поразило, что вот я посмеялась еще в душе, думаю, Михаил Иванович, наверное, проходил курсы этнографов, когда в экспедиции, после экспедиции мы всегда отписываемся, благодарим людей там за какие-то экспонаты и так далее, рассылаем фотографии, если есть. То есть вот это вот меня поразило в нем в первую очередь. Если говорить о роли Михаила Ивановича как общественного деятеля, то в первую очередь, наверное, надо говорить о том, что он пытался сохранить историю нашей Николаевской земли такой, какой она была, правдивая история. Дізнавшись про те, що однією з найдраматичніших сторінок у літописі нашого краю є історія німецьких поселень, Михайло Кондратів також долучився до відновлення цієї пам'яті. Мне посчастливилось быть в ряде экспедиций, которые организовывал Михаил Иванович, в те места, где когда-то проживали немцы-колонисты. С болью, наверное, Михаил Иванович видел вот эти вот храмы, школьные здания, которые были больше, чем 100 лет тому назад построены немцами, колонистами. Они строили на века, на долго, массивные стены, высокие довольно-таки. И ему хотелось, чтобы эти храмы, эти школы и сегодня жили. Поэтому Михаил Иванович, ну, он не мог вдохнуть, да, новое дыхание в эти архитектурные памятники, но он хотел сделать так, чтобы люди хотя бы помнили о прошлом нашего края, немецкой истории. Поэтому ставил поклонные кресты, таблички мемориальные, делал небольшие памятники в тех селах, где проживали немцы-колонисты. Діяльність Михайла Кондратєва виходила за межі Миколаївщини. Наприклад, за його участі в Одеській області на могилі єпископа Антонія Цера встановлено мармуровий пам'ятник. Цей меморіал тепер вважають символічним пам'ятником усім священнослужителям Півдня України, які постраждали за радянської влади. Если к нам в музей приезжали переселенцы, ну, 90-х годов в Германию, немцы, наши земляки, то они сразу же дружили с Михаилом Ивановичем, потому что наш музей находился в квартале от работы Михаила Ивановича. И вот к нам приезжал несколько раз потомок известного епископа, известного на юге Украины, епископа Цера, Иван Иванович Вильгельм. Епископ Цер, когда скончался, то его хоронили тайно. И спустя несколько лет место, где он был похоронен, было утрачено. Родственники не знали, где был похоронен их такой вот знаменитый предок. А в 2007 году во время захоронения на некрополе в селе Лиманское была обнаружена необычная могила, обратились в Одессу к епископу и стали собирать доказательства, что здесь покоятся останки вот этого епископа Цера. Обратились к потомкам, которые проживали в Германии, чтобы они прислали фрагменты, волосков, чтобы определить по ДНК-тесту, действительно ли здесь могила епископа. И когда это было доказано, то родственники в Германии решили собрать деньги, чтобы увековечить его память и на могиле поставить памятник. И вот к нам приехал Иван Иванович Вильгельм, который являлся потомком епископа, и он решил совершить такое путешествие, несмотря на свой возраст, уже почти 80 лет ему было в то время. Мы поехали в село Лиманское. Организовывал экспедицию Михаил Иванович Кондратьев, поэтому она была организована, ну, наверное, идеально. Мы успели заехать еще даже в несколько сел, несмотря на то, что дорога была длительная. Там мы познакомились с немецкими жителями немецкой национальности села Лиманского, которые нас очень тепло принимали. Михаил Иванович
был другом нашего музея. Был другом не только потому, что он помогал нам всячески, в том числе вот мастерская в музее возникла благодаря инициативе Михаила Ивановича. И, наверное, о этом человеке, который соединял совершенно разноплановых людей, смог соединить несколько стран. Вот мы знаем пример с Молдавии, когда там стал восстанавливаться памятник на месте смерти князя Григория Александровича Потемкина. И, наверное, об этом человеке можно вспоминать как о двигателе прогресса и большом друге многих наших жителей области. 4 жовтня 2016 року Михайло Кондратів відійшов у вічність, але його справа живе. Хіба ж випадково, що, наприклад, першу книгу про історію села Кринички видав школяр, який у 2011 році брав участь у заході в честь освячення пам'ятного хреста на місці, де стояла Римо-католицька церква. Якщо в майбутньому буде випускатися якась праця або книга про краєзнавчу роботу власне на території нашого району, то потрібно буде або главу, або розділ відвести під Михайла Івановича Кондратєва. Людство завжди у пошуках щастя. Михайло Кондратів подарував свій рецепт. Жити потрібно так, щоб твої вчинки були проявом дієвої любові до ближнього і робили цей світ більш гармонійним.